Ну, еще мы тут займемся это переходом в положение на колено. Если мы в положении сидя, или лежа на спине, или что-то типа того, то когда мы поднимаемся, нам необходимо принять положение с колена как можно быстрее. Самый легкий способ, который многие люди используют, это упор рукой в землю, и затем они поднимаются на это колено. И уж потом они пытаются сделать движение вперед. Чего мы делать не будем? Что мы будем делать, так это переход на колено. Ну и на самом деле, все это очень просто. Когда вы находитесь в подобном положении, и вам необходимо встать, вам нужно привести колено в данное положение. Прям так. И для начального уровня вы можете помочь себе, оперевшись рукой. Но уж затем вы будете выполнять все без поддержки рукой, минимизируя свои усилия. Все, что нам нужно сначала, это отвести руку немного назад и сфокусироваться на небольшую зону впереди себя. Затем вы поднимаетесь в данное положение. Таким образом, вместо того, чтобы делать упор с движением назад и вверх, мы завершаем переход прямо на это колено. Еще раз для вас. Итак, мы здесь и делаем переход. И уже из этого положения мы переходим в положение стоя, или мы опускаемся на колено, подворачиваем его под себя и оказываемся в положении сидя. Итак, если вы оказались на заднице, или что-то такое случилось, и нужно быстро встать, нам необходимо держать обе руки на оружии. Сейчас я возьму волыну, и мы увидим, как это движение смотрится, ну и потренируемся. И начнем мы с положения на спине. Не заморачивайтесь пока о стрельбе или еще каких-либо действиях, просто займите данное положение. Сейчас мы поднимемся и перейдем в положение сидя. Вот тут-то и начнется фитнес-тренировка. Перейдя в положение сидя, переместите ногу в данное положение, чтобы ступня дотронулась до ляжки другой ноги. Это типа занимает много времени, чтобы врубиться. Но попробуйте сделать переход с использованием упора рукой или держите обе руки на оружии. Вы почувствуете разницу. Нам же нужно держать обе руки на оружии при подъеме на ноги. Таким образом, мы можем выполнить это двумя способами. Первый для неподготовленных. Подгибаем левую ногу следующим образом. И затем необходимо двинуть бедра вперед и вверх. Вот так. Затем отводите правую ногу назад. А левую выдвигайте вперед. Недостатком являются и лишние движения, но данный способ позволяет держать обе руки на оружии. Излишнее движение вот здесь. И чтобы избежать его, нам нужно из положения лежа перейти в положение сидя. Нам нужно приподнять вперед свое тело через правую ногу. Здесь уже понадобятся ваши физические способности. Таким образом, мы окажемся в положении стоя. Для того, чтобы научиться оптимальному переходу, необходимо время и тренировки. Бла-бла-бла-бла-бла, реклама курсов. Вот таким образом мы учим подниматься новичков. Ну и вот таким образом более продвинутый, что позволяет избежать излишних движений. Up, here, there, and move. Skip that step of bringing it back, because you can transition your weight up over this fulcrum.
Теперь видос, как я все это делаю быстро на полигоне.